вариант. Не слышал о бригаде в Риге. Моется раз в три месяца. Не люди. Нам записаться не хочешь, Норден? Варвар. Thank you.
Ведьмак! Как вовремя! У меня плохие вести. Твоего брата убил глава глаз. Единственное утешение, я за него отомстил. Тоже мне утешение. А ведь говорил я ему. Микель, чего рвешься чужакам помогать? Сиди на жопе ровно, не то беду накличешь. Ну, чего ты тут торчишь? Чужой бедой питаешься? Нет, я питаюсь кашей с маслом, как и любой другой. Так что заплати, чтобы мне было на что ее купить. Я бы тебе заплатил, если бы ты мне Микеля живого привел. Мне положена награда, давай деньги. Награда положена. Возьми. Как же, будешь состязаться или нет? Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать, просто приходи на закате и приноси золото для ставок. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Пойдем, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Вроде как ведьмак, чутье и скорость нечеловеческие, а простой солдат его обскакал. Пропало твое золото. Но если что, можно организовать реваншик. Ну, кто еще? Да как же, будешь состязаться или нет? Я хочу записаться.
Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? В этот раз я прокачусь с Черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. Отдохни. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Да как же, будешь состязаться или нет? Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Что-то мне неохота состязаться. Развлекайтесь без меня, уважаемые. Белоголовый!
Давайте неправедные книги, в особенности гримуары и трактаты, священный огонь порочащие. Вот так. Не вмешиваться. Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Геральт. Что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Зять, не зять, один ты. Сперва подлизывался. Привези меды со скельги, оба разбогатеем. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие «нет ты, брут ты». Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я приду позже. Бывай. Удачи, Герой. Стоп. Привет. Салют. Как там дела, Герой? Я ищу охранника. Ты не интересуешься? Отчего нет, если есть деньги? Вот прямо сейчас нет. А, значит, бартер. Я тебе, а ты мне. Который я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Зять мне денег должен. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? В общем, мне уже до мачты эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и ладно. Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез с Анскеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Какую херь, как пионер. От Рома и ужина не отказывай. Эй, седой! А ты чё такой белый? Помою сеть, как пионер. У тебя мускулистые бедра. Сейчас у меня... Сколько ж можно так людей держать? Дайте жить спокойно. Тише.
Оставь меня. Не откладывай. Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дел не ведут. Передай, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрусу. Может, аккредитив? У Вивальди, да? Так я уже бегу. Да ну его. Чего ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Ты, должно быть, не одной голову вскружил, красавчик. Привет. Салют. Как там дела, Геральт? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда? Золотой ты парень. Ну так что? Кому из звездюлей-то ответить? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйлор Хаттори, эльфишка-то. Он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что, ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. У-у-у, это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Заберу только пару ребят, и можно идти. Дуся, меня не запугай. Века не видать. Надо рисковать, а то все просрёшь. Ох, жизнь, я же устанавливался. И как оно? Самый знаменитый бордель в Новиграде – это посекло. Но есть еще хромоножка. Привет, Хаттори. Вижу, Сукрус тебя уже нашел. Вы договорились? Привет, Геральт. Да, мне пришлось отпустить ему несколько топоров по оптовой цене. Ну да что там, спасибо. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься.
На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора — не грех. А что, та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч! Доспехи, требушеты, катапульты! Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представ... Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. Ага, и вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Хочешь в рыло, Нордлинг? Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со сетром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Как стемнеет. Там и увидимся. Ну, давайте выпьем, а то ж стемнеет. А он? Хочешь? Чего-нибудь особо. У тебя мускулистые бедра. Не знаю. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Осмотр денег стоит. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Едить колотить, хватит вздор-то нести. Я ж его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш! Уматывай отсюда, пока я добрый! Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ван Хорна? Чего я ищу, тебя не касается. Но ты должен меня впустить. Будь свободен. Ты
Где тут материалы? Кажется, здесь. Действительно воняет нашатырем. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Не знаешь, чей это склад, козлоёб? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Но ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятёк, херач с нами грёбаных норлингов. Давай, Геральт, вперёд! Бей их, Сукрус! Тирша! Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сукрус. Я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир. Эх, зятёк, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. А где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ван Хорном? А свезем его на скельки, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно. Мне к нему тоже надо бы заглянуть. Ребята, ведьмак и охотники врасплох не застанут. А, к примеру, обычный нелюдь против них что сделает? Хер он что сделает? Чем больше пьёшь, он меня пугает. Теща моя старая супруга. Боль в жизни из меня высасывает. Приветствую, Эйвор. Гера! Живой и здоровый. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь?
Покажи мне свои товары. Мой меч уже готов? Еще нет. Приходи позже. Сделай для меня кое-что. Будь здоров. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Покажи мне свои товары.
будь здоров. Пожалуйста, еще один страшила. Но... Мне скучно. Дала бы я тебе скидку за эти твои геройские подвиги. Но мама... Вечный огонь с тобой. Чудесно. Тоже мне танец. Интересно, сколько она берет? А? Да. Бывай. А не жопой верти. А? Да. Я слышал, здесь в игре высокие ставки. Сперва нужно, чтобы было чем играть. Пусть он покажет карты. Как я и предполагал. Пусть приходит, когда соберет карты получше. И 1000 крон вступительного взноса, разумеется. А вдруг и его в колдовстве от меня? Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. Глубочайшие извинения. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Здравствуй, бродяга. Ну, мужик, теперь ты герой. Что мы уже зависим от черных. Я Геральт. Неважно, как тебя зовут. Неважно, откуда ты родом. Важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Начнем, я готов. Бой! Отряд! Экономический. Редания!
Сколько мне еще ждать? Ha ha ha!
понял! Расхотелось. Да здравствует король! Ну, сколько мне еще ждать? Жалкое зрелище. Раз с ведьмаком дрался. Ну, сколько мне еще ждать?
Что, драться расхотелось? Все, хватит. Вот твоя награда, чемпион! Стать чемпионом непросто. Тебе придется одолеть Георга Георгиуса. Он днями напролет торчит в золотом осетре. Ну и Онейла. Его ты найдешь у входа в трущобы. И только после этого можно драться за титул чемпиона Новиграда. Все зависим от черных. Экономически. Крупным ядом смердит. И здорово охочен до плоды. Так что убить такого или двух — это услуга сильного человека. Эх, и жить не хочет.